Всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, да, как оформить видео. Еще другой вариант, что случится. Ну, нажимаем «Изменить». Ну, вот, например, 2 секунды. Как мы назовем это видео? Ну, я хочу называть его. Смотрите. Я сейчас поставлю через паузу и его назову. Я его назвала, например, «Джина на желтом фоне». А теперь... Ой, а как же нам узнать, чтобы ребята поняли, что описание. Да-да-да, я сейчас через паузу опять напишу описание, и вы повторяете за мной. Вот там название вот, пишем в этом, где вот в этой длинной зато полосе, в этой толстой вы пишете описание. Где написано описание? Например, пол Джина. Видите, тут же пол, а тут Джина. Ну, значок свой я вам рассказывала в прошлой серии. Но если хотите вот из этих выбрать, тогда я выбираю вот этот верхний. Жмем, какой хотите, и пишем кнопку «Опубликовать». И еще кое-какую вам проблему расскажу. Но для нас это не такая же проблема. Ошибка, повторная загрузка написана. Идентификатор. Уже существует видео. Уже существует такое видео, это не страшно. Нажимаем то, что вот эту кнопку синюю. Ну, Муся ловит фломастеры. Я уже тут назвала, но тут существует написано. Ну, тоже так изменить, как я вам рассказала, смотрите. В некоторых видео это тоже проблемка. Пока. Сейчас расскажу кое-что. Не пока, то есть расскажу кое-что. Ну вот что, пока-пока! Что, заглядывайте ко мне на канал и узнавайте многое. Ну, пока.